Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info, и в данном видеоролике мы вам покажем, как включить режим экономии заряда батареи на любом Android-устройстве. Вообще, есть два способа, как это сделать, и мы сейчас покажем оба. Первый — это можно сделать с помощью панели управления, то есть свайпаем вниз, свайпаем второй раз и находим здесь пункт энергосбережения. Если его нет, мы можем еще так провести. Если все еще вы не можете найти здесь пункт энергосбережения, нажимаете на карандашик, находите энергосбережение в нижней части экрана, например, вот так вот, и перетаскиваете его в верхнюю. И второй вариант, как это можно сделать. Мы можем зайти в настройки, в настройках выбрать пункт «Батарея». В пункте «Батарея» у нас есть режим энергосбережения, который мы можем включить, выключить, а также настроить автовключение и расписание для энергосбережения. Давайте включим данный режим. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!